4 месяца душу и мать! Ура! Эй, Бобрик! Чего тебе? Ну, чего? Повестка вам! Так, значит, к воинскому. Железнодорожников не берут. Работаем на оборону. Которые настоящие железнодорожники. Да иди ты. Слушайте, вы обязаны составить протокол. Я охотно буду свидетелем. Мое имя Великанов, агроном Великанов. Да не надо. Ну и... Карапет Михаил Давидович Стефан Шульман Исаак. Да вы, пусть погляди. По случаю чрезвычайных обстоятельств штрафик с костью. Пойди домой и немножко
Сару, что ли, успокой, скажи что-нибудь. Меня забирают на войну. Ну, ладно. Одного немца уж разбили вдрызг. Наконец ты пришел, Давид. Пришел. Где это тебя так? На улице? Патриотизм. Ай-яй-яй. Патриотизм это не шутка. Ты прикладни нож и все пройдет. Да. Сара, и меня на фронт гонят. Как? Тебя, да. Давид? А твой год берут. Год. Еще 5 годов берут. Как, Давид? Тебя тоже? Тебя... берут! Добрый вечер, панове. Михай! Неужели ты? Почему вы в форме? Разве? Ну да. Завтра отправляюсь на фронт. Мне повезло. Назначен в один полк с вашим братом. Николай Иванович, мы с вами в одном полку. Надеюсь, вы не запятнаете этих погон офицера русской армии, прапорщик великан, разговорами о дележе чужой земли. Я еду на фронт. В огне войны родится лучшее будущее моего несчастного народа. Имение теряет хорошего агронома, но я рад за вас. Фронт для вас — выход. Вы избавились от большой неприятности, прапорщик.
Прощай, маманя, дорога. Не мешай. Может, в последний раз? Нельзя воевать! Так точно, ваше благородие, нельзя. Где я тебя раньше видел? А в городе, ваше благородие, помните? На манифестации. Thank you.
Бутылочек не прислали в вашем огороде? Штук 10 всего. Каких бутылочек? С гипосульфитом. Для смачивания ваты. А то газ попадет солдату в горло. И тогда каюк. А мне все одно. А все-таки мерзавцы в штабах сидят. А, да-да. Раздавайте пока так. Слушаю вас, высокородие. Thank you.
Молчит, молчит! Молчат червей, закручивай мокрым головы! Thank you.
Спасибо. Спасибо, Бобрик. Ты сегодня молодчина. Пол роты спас. Я тебя Георгию представлю. Раз. Вон какие маски бывают. Ваше благородие. Ну? Солдаты узнать хотят. За неисправные маски. Кто ответит? Ведь сколько померло так? Таком не задохнешься. Станись! Бронитель налезь! Я! Полищук Варион! Я! Дергач, Ядеп! Дергач! Рифман Исаак! Я! Никашин Федор! Я! Потапов Егор. Воронишин Петро. Рагузов Иван. Рогозин Михаил. Семенов Федор. Сергеев Валентий. Селищев Степан. Селинский. Ялмен. Туров Леон. Турский Борис. Шумов Михась. Шумилин Игнат. Шалыгин Петро умер от ран. Вон Шлиппенбах. Олесь. Все. Нема. Петруся моего. Живи. Петрусек, сын мой. Живи. Марина. Разве твой сын офицер? Нет. Солдат. Тогда ты меня не слушай. Я искала Великанова и Коленьку. Одних офицеров печатают. Солдат очень много. На них и газет не хватило бы. Меня с юношеских лет готовили к этой войне. И вот война пришла внезапно, как любовь. Вы разочарованы? Нет. Хотя я прекрасно вижу, как солдатня ненавидит войну. Разве у солдат есть родина? Вспыхнуло утро, и выстрел раздался, и грохот безумный пошел к нам. Ответите ли вы, что солдат, получая одних сухари, поневоле должен грабить так называемое мирное население, если он не хочет околеть с голоду? Я же сказал, интенданты стервы. Дело не в интендантах. Дело в системе. Система сгнила на корню. Что? Войдите. Пробу принес, ваше благородие. Супа, вода. Так точно, ваше благородие. Вода.
не ресторан. Третий месяц одна чечевица. Чечевицу плохо моешь, подлец. А ее мой, не мой, ваше благородие. 3 года в неприкосновенном запасе лежала? Лежала. Ну, известное дело. Крысином. Воняй. Ну, ладно, ладно. Ступай. Никак не могу забыть. Солдатки вышли на улицу. Крик, плач, слезы. Третий месяц беспособен. И ведь у всех дети. Вдруг казаки. Выстрелы, нагайки. Я прижалась к забору. А мой Изя, мой мальчик, его потоптали. Мама, Вин. Gib Tabak für die Pipe. Ja, das ist gut. Danke. Wir beide brauchen keinen Krieg. Siehst du, diese Halunken haben den Krieg gemacht. Für diese da müssen wir uns totschlagen lassen. Man muss endlich Schluss machen mit dem verdammten Dreck. Schluss damit. Schluss. Гляди в оба. Шкуру спущу, коли что. Тут ж один немец пытался бежать. Слушай, ваш ворой, только солдаты не убегут. Почему? Ворой. Так что, ваш ворой, они рады, что в плен попали. Значит, воевать кончили. Молчать! 3 наряда. Слушай, ваш ворой. Яны воевать кончили. Чему каша кричили в дерьмо воняй? Скажи, чему? Стой, и того пьешь. Как король шел на войну,
дальнюю страну. Заиграли трубы медленные на потечи на побед. Бум, ваше благородие! Пойдите и переговорите с солдатами. Это ведь по вашей специальности. Русский бунт бессмысленный и беспощадный. А что, коли русский бунт, оставшись беспощадным, приобретет смысл? С моими солдатами я могу сговориться и без нагана. А что, если русский бунт приобретет смысл? Пишите, пишите ему, почему умер Изя. Почему умер Изя, писать не буду. Нельзя. И писать нельзя. А если и Давида так же убили? Что ж я, аналмоны? Совсем сдала. Вернулся. Не надо плакать. Что? Что это? Пустяк.
Или спит. Давид! Я не разбужу ее. Не хоче болі мужик воювати. А хто тебе, мужика, питатися буде? Кольки тиднів? Ні листов, ні газет. Як в ями сіть зимой, ні хрена не веде. А мерзі легче. Рано, хлопці, ховаєм себе. Ми ще живими повертаємося. Нам у тилі воювати да воювати. Тил, тил. Якщо б фронт знав всю правду про тил. А це ж твоя обов'язність, Давид. Твоя і Бобрик.
терпеливо, понимаешь, и настойчиво нужно втолковать ребятам про то, что говорит Ленин про войну. Понятие нужно войти, солдат. Да поймите же, наконец, господа, необходима аграрная реформа. Иначе стране угрожает восстание, бунт. Не успокаивают подачками. Его подавляют силой. Значит, вы за крепкого мужика? Да, за мужика. За мужика, который пашет свою, понимаете, свою землю. Эй, Мака! Да вы! Мака! Братцы! Нет, товарищи! Получена телеграмма из штаба дивизии. Царя нету! Что это? Государь-император отрекся от престола. Власть перешла Государственной Думе. Говорят, какие-то советы рабочих и солдатских депутатов. Кажется, так. Господа офицеры, закройте двери. Солдаты могут услышать. Солдаты! Радоцкий! Воля! Царя нема! Нет, ничего.
На бронепоезд надежды мало. Команда разложена большевиками. Взводный батальон занимает участок к востоку от костела и всю другую линию окопов за нами. Вы понимаете? Фланг таким образом... То есть, таким образом мы наносим удар в спину солдатам? Если солдаты откажутся перейти в наступление. Вот как? А как бы вы думали, поручик? Вот чего у тебя есть? Форштейн. Камран, Карл Liebknecht sagt, Krieg nur für Kapitalisten. Герман, Герман. Я? Ты чего же нас стреляешь-то, а? Зачем? Чего же ты нас убивать хочешь? Не Форштейн. Давай, давай. Задай ему вопрос, чего он нас убивать хочет, а? Форштейн здесь. Емилхона? Крик. Крик? Не. Вот су, кантри. А че так? Я. Кантри. Я ж тебе ясно объясняю. Так, значит, ну. Стрелять. Не надо, не надо. Шисен? О! Не, я волю не шисен. Ну, ты гляди у меня, ты гляди, о. Кантри. Вот. Кейн Крик мир. Стреляйте. Стреляйте. Не могу. Какие это свои? Сволочи! Большевики!
Да вы не покидай одного! Полковник Медынский сказал: господа офицеры, идя в бой, вы должны считать себя мертвыми для России. Разговаривает про высокую политику. Прямо Англия. Вшивый парламент. Тише, вас могут услышать. Не пускай. Распоясалось хамье. Тише! Тише, братцы! Хватит галдеть, глотки порвали! Старый режим поддерживаете! Кто из членов комитета согласен наступать? Немцам кончить надо! Тогда и домой! Эй! Кашеван! Развоевался! Мое дело чечевицу чище мы! Товарищи! Значит, решать надо, наступать, а нет. Больно прытко. Ты думаешь, руку поднять дело простое, а в этой руке может вся дума солдатская. Кто голос подает, а коп голос подает. Блиндаж солдатской голосует, землянка кричит. Обратите внимание, ротный Дантон, выдающаяся сволочь. Кровь! Кровь, бабы, кровь! Нам с немцем воевать нечего. Большевики правду говорят. Немецкий солдат нам ничего не сделал. Немецкий солдат тоже не по своей воле в окопах шейка кормит. Что они нам на братанье сказали? Вот. По-немецки написано. Привет, братья и товарищи русские солдаты. Липкнех сказал, между русскими и немецкими солдатами нет вражды. Война нужна офицерам, помещикам и капиталистам. Записку-то сам состряпал. Брешешь, стерва. Правильная записка. На нее солдат нашего взвода Давыд Шапира жизнь свою отдал. Слыхали?
Лискнер сказал, война нужна помещикам и капиталистам. Как? Какой Липник? Какой? Не знаю, какой. Немецкий большевик! Довольно воевать! На Ливане! Хватит воевать! По домам! По домам! Правильно! Домой! Нам сейчас дома воевать! А воевать с кем? Бабами, что ли? Теми, кто эту войну начал, помещиками раз, буржуями, а? Погляди, братцы, как про буржуев заговорил, сама стреляй. Голосуйте туда или сюда, поручик Великанов. Что, рука не поднимается? Интересно, что скажет наш солдатский избранник. На него экзамен. Здравствуйте! Пока наши поля топчет немецкий сапог, а белорусские наши ивы сечет немецкий топор, долг наш наступать! Раскусили мы вас, поручик Великанов. А воевать с кем, теперь сами знаем. Упрямые черти. Бьют в одну точку. Война грабительская. Война для эксплуататоров. Война и война. Для разнообразия нет-нет, да и напишут. Передача земли крестьянам. Что же будет с войной? Война с немцами коту под хвост. Я ведь не меньше вас ненавижу большевиков. Хоть у нас и разные основания. Понимаете, Николай Иванович, начинается новая война. Не проиграть бы ее. Ну, поживем, увидим. Имеет представитель 334-го полка. Макар, давай сюда. Ну как у вас? Удержу солдата мне. Того гляди, весь фронт покатится. Куда большевики кличут, поняли солдаты. А в нашем полку 2700 человек верных. Езжай на фронт обратно,
и немедленно передай приказание военно-революционного комитета. Военно-революционный комитет приказывает немедленно привести бронепоезд в Минск. Есть. Ну, валяй. Представитель 16-го легкого артиллерийского дивизиона. Стой сюда. Дочки, разве я не всегда был с вами? Разве в корниловские дни мы не вместе захватили эшелон, что отправлялся против Красного Питера? Было это, спрашиваю я, или нет? Было! Так верьте ж мне! Временное правительство собрало в мощный кулак верные ему войска. Войска временного правительства захватили уже Нарвскую заставу. Большевики не прорвут. Ну, вы, временные, кончилось ваше время. Сейчас! Решет он, меньшевик, офицерская шкура! Товарищи! В Питере, в Минске! Большевики, совет рабочих и солдатских депутатов, товарищи, Ленин! Бою! Тебе же они раньше казались своими. А какие-то свои. Сволочи. Большевики. Слушай, военно-революционный комитет. Частей. Питер. Минск. Не пропускать. Бронепоезду номер 170. Большевики могут успокоиться. Поздравляю. Вот уж этой войны мы им не проиграем. Алло! Рада! Рада! Алло! Алло! Армитер! Алло, Бобрик! Батарея в руках ударников! Сволочи! На нашем участке тревожно! Что? Держать наготове бронепоезд? Служую. Слушать! А взять бронепоезд! Есть. Вали! Минск! Минск! Пулемету!
пулемету! Сволочи! Понял.